В субботу, накануне закрытия игр, в Олимпийском парке гости со всего мира увидели экспозицию Орловской области. Свою туристическую привлекательность каждый регион ЦФО, в том числе и наш, демонстрировали на площади в 500 квадратных метров. Орловская область предстала перед миром как литературная столица. В слайд-шоу, подготовленном сотрудниками телеканала «Первый областной», великолепные снимки фотохудожника Сергея Лаврова дублировались цитатами из произведений наших великих земляков. В Орловскую экспозицию включили и работы наших народных мастеров. Иностранцев особенно поразила представленная выпечка. Исторические места Орловщины, выполненные из теста. Угощение и просмотр работ проходил в музыкальном сопровождении орловского же коллектива. Песенным наследием нашей области с гостями поделился ансамбль колледжа искусства и культуры «Веселая слобода».